Дорогие друзья, прежде чем мы начнем общение, поставьте, пожалуйста, плюс, если меня хорошо слышите. Это общая практика ведения вебинаров. Оторвитесь, пожалуйста, от вашей занимательной беседы. Спасибо, Дмитрий. Ну, я думаю, что звук одинаков для всех, и вы меня хорошо слышите. Меня зовут Надежда Ершова. Я начинаю новый сезон вебинаров по тематике стекла, стеклянных конструкций и всем, что связано с этой тематикой. Поскольку все темы достаточно специфические, это не вебинары о том, как за 10 минут заработать 1500 долларов с нуля, то, естественно, и количество слушателей достаточно ограничено. Но это не снижает интереса к теме. И, кроме того, помимо прямого эфира, у нас есть записи вебинаров. Так что с ними всегда можно ознакомиться на сайте компании «Титан», которая как раз имеет непосредственное отношение к конструкциям из стекла, занимается фурнитурой и другими интересными вещами, поэтому там всегда можно найти записи наших вебинаров. Сегодняшнее занятие у нас первое после каникулярной, первое в этом сезоне, и поэтому оно такое начальное, наиболее легкое, наверное, из всего, поскольку постоянные слушатели, постоянные зрители знают, что у нас затрагиваются темы довольно серьезные, такие как различные расчеты статики, теплотехники и так далее, относящиеся к некоторым областям применения стеклянных изделий. Ну а сегодня мы начнем с самого начала, то есть будем зрить в корень и рассмотрим самую главную составляющую любой стеклянной конструкции – это стекло. Причем, как современный материал, посмотрим, что за сведения о нем имеются в наличии на сегодняшний день. И наиболее интересные стороны свойств, производства, видов и так далее этого материала мы также рассмотрим. Вопросы можно задавать в общем чате, там, где идет оживленная переписка слушателей. Я по мере возможности, по завершении, по логическому завершении блоков информационных постараюсь отвечать. Если вопрос требует более тщательной проработки, я его оставлю на следующий вебинар, чтобы наиболее развернуто ответить. Либо хорошее время для вопросов – это окончание вебинара. Там я даю специально некоторый период времени, чтобы вы обдумали информацию и задали вопросы. Итак, я думаю, можно уже начинать. Кто за, можете поставить плюс. Я думаю, да, начнем. Итак, что касается стекла, то в настоящее время этот материал является одним из наиболее привлекательных материалов благодаря своим различным свойствам, в том числе эстетическим. А некоторые архитектурные стили, такие как рококо, модерн, хай-тек, конструктивизм и все, что относится к их модификациям,
основаны именно на широчайшем применении стекла. Поэтому практика применения достаточно крупных стеклянных конструкций относится, ну, как минимум, к XVIII веку уже. По истории стеколоделия, по истории применения стеклянных конструкций имеются достаточно обширные материалы в широком доступе. Сегодня мы их касаться не будем. Мы перейдем сразу к конкретным сферам. И первое – это качественная зависимость стекла от свойств сырья. Что такое стекло, прежде всего? Дадим определение, некоторое описание. Причем стекло неорганическое, поскольку, как вы знаете, существует еще акриловое стекло органическое. О нем мы тоже будем говорить на наших вебинарах, но, естественно, позднее. Итак, сегодня мы ведем разговор именно о стекле неорганическом. Это квазиаморфное твердое вещество. Про аморфность мы скажем чуть позднее. В современном понимании это не просто материал, а такое стеклообразное состояние твердого тела. То есть такое состояние аморфного вещества, которое получается при затвердевании переохлажденной жидкости. И надо сказать, что в стеклообразное состояние можно перевести вещества очень различных видов и пород. Но что касается стекла самого, то для него сырьем являются очень различные материалы. Ну и первое, о чем нужно сказать, это кремнезем, который в природе встречается в виде кварца, и скопление которого, или структурированное такое бытие которого, представляет собой различные виды минералов от кварцевого песка, который нас в данном случае больше всего интересует, до такого полудрагоценного камня, как горный хрусталь. В этом же ряду идет аметист и так далее. То есть стекло уже по природе своей относится к типу, можно сказать, полудрагоценных камней, и поэтому его эстетические качества напоминают качества именно таких веществ, именно таких минералов, что и придает ему особый такой неброский шик. Высококачественные стекольные белые пески содержат незначительное количество примесей, в частности, это оксиды железа. И эти именно оксиды придают стеклу зеленоватую окраску. Также там имеются оксиды натрия, калия, кальция и алюминия в небольших количествах, но это ни в коем случае не ухудшает качество стекла. Заметим, что чистый кварц плавится при температуре около 1700 градусов Цельсия, и при этом образуется кварцевое стекло, которое характеризуется высокой температурой размягчения. И большой стойкостью к различным воздействиям от химикатов до резкой смены температур. Стекло такое хорошо пропускает ультрафиолетовые лучи. И, собственно, для обычного стекла не требуется названная мной выше такая высокая температура размягчения, и поэтому в стекольную шихту вводят другие материалы, которые ускоряют процесс стеклообразования, ну и снижают температуру варки стекла. Какие же это вещества? Это
сода. Например, который является основным материалом для введения в стекло оксида натрия. Она должна содержать не менее 95% углекислого натрия. При нагреве смеси чистого песка и соды образуется как раз прозрачная стеклообразная масса, которая растворяется в воде и образует собой так называемое растворимое стекло. Если вместо соды мы используем поташ, то есть это соединение с калием, то мы получаем калиевое стекло, которое применяют для изготовления, например, хрустальных изделий хрустального стекла, а также различных оптических и цветных стекол, что очень, кстати, актуально в наше время. Очень важным веществом для изготовления стекла, дополнением, является, например, известняк, который вы видите на экране. Благодаря введению и реакции этого вещества стекло становится нерастворимым в воде. И кроме известняка еще используют доломит для тех же целей. Кстати, он является также подделочным, скажем так, ювелирным камнем, ювелирной породой время от времени. То есть из него делают различные интересные вещи. И это добавляет стеклу, опять же, некоторых драгоценных свойств, отчего оно, наверное, так и притягательно для человека. Для изготовления стекла также используют глинозем, который повышает механическую прочность изделия. Борный ангидрит повышает скорость стекловарения. Оксид свинца увеличивает показатель преломления, о котором мы поговорим чуть позже. И окись цинка повышает термическую стойкость стекла. Также для придания различных качеств вводится в состав смеси, например, полевой шпат, который является также одним из подделочных материалов и так далее. Кроме того, для того, чтобы стекло имело более декоративный вид, более интересный вид, в него вводят различные красители, которые придают нужный цвет. И для этого во время плавки в стеклянную массу добавляют окислы металлов. Например, железо, как мы уже сказали, придает стеклу голубовато-зеленый цвет, марганец желтый или коричневый, хром травянисто-зеленый, уран желтовато-зеленый, кобальт синий, так называемое кобальтовое стекло, и, например, коллоидное серебро окрашивает стекло в желтый цвет, а медь в красный. Таким образом, различные виды химических веществ, минералов придают стеклу различные свойства и позволяют нам иметь различный ассортимент этого материала для производства совершенно разных изделий, о чем мы поговорим чуть позднее. А сейчас мне хотелось бы остановиться на очень интересном моменте. Это структура стекла, которая, в принципе, до совсем недавнего времени вызывала много вопросов, поскольку не было четкого ответа о том, кристаллическая это структура или какая-то иная. Так вот, современный взгляд на структуру стекла состоит в том, что оно находится
в аморфном или квазиаморфном, как мы уже сказали, состоянии. Дело в том, что все встречаемые в природе твердые тела находятся либо в кристаллическом, либо в аморфном или стекловидном состоянии. Стекловидные тела отличаются от кристаллических тем, что они при охлаждении затвердевают, не кристаллизуясь. И, как известно, кристаллические вещества имеют геометрически правильную кристаллическую решетку. Она образуется из ионов или атомов, расположенных в строго повторяющемся непрерывном порядке. А стекловидные вещества, в частности стекло, не обладают кристаллической решеткой, и им присуще только локальное внутреннее упорядочение. Отдельные группы, которые несимметрично связаны между собой. И что мы видим на картинке под буквой B? То есть стекловидные вещества характеризуются так называемым ближним порядком и обладают только небольшими участками, которые имеют правильную или упорядоченную структуру, в отличие от тех же кристаллических веществ, которые имеют строгий геометрический, как я уже сказала, порядок и упорядоченную структуру. Ну, еще одним главным свойством кристаллических тел, в отличие от стекловидных, является то, что они способны самоограняться в процессе своего образования и роста из расплава. Вот таким свойством обладают, например, драгоценные камни. А стекловидные вещества этим свойством не обладают. То есть из стекла, конечно, можно сделать подобие бриллианта, но для этого надо затратить физические усилия. Само оно в бриллиант не превращается. И, исходя из этой информации, мы можем сделать вывод, что стеклом называется аморфное тело, получаемое путем переохлаждения расплава, независимо от его состава и температурной области затвердевания, и обладающее в результате постепенного увеличения вязкости механическими свойствами твердых тел. Процесс перехода из жидкого состояния в стеклообразное является обратимым, и это является одной из очень интересных, одним из очень интересных свойств стекла и аморфных тел вообще. Благодаря своим свойствам, благодаря веществам, которые входят в состав стекла, стекло классифицируется по многим направлениям. Например, по химическому составу оно бывает оксидное, это кварцевое, силикатное, фосфатное, боратное и так далее стекло, и бескислородное. Это халькогенидное, галогенидное, нитратное и другие специфические виды стекла, о которых мы будем говорить на следующих вебинарах более подробно. Каждой специфической теме мы посвящаем достаточно много времени. По назначению стекло делится на, допустим, архитектурно-строительные, иногда выделяют отдельно строительные виды стекла, техническое, которому, например, принадлежит кварцевое, стеклооптическое, светотехническое, химико-лабораторное, термическое и так далее. То есть там очень много различных видов стекла, которые применяются именно для различных областей науки и техники, от лабораторий до производства. Бывает тарное и сортовое, к сортовому относятся различные виды посуды и так далее, ну и к таре тоже, соответственно. И различные стеклокристаллические материалы, которые требуют для своего рассмотрения также отдельной темы.
По форме стеклоизделий оно бывает плоское, листовое, профильное, стеклоблоки, стеклопрофилит и так далее. То есть также много различных видов стеклоизделий имеется в наличии. По способам производства наиболее известны нам тянутые, прокатные, прессованные, которые именно названы по способу своего изготовления. И по целям применения, например, оконные, стеклоблоки, теплоизоляционные, то есть некоторые виды стекла перекликаются между собой по различным классификациям, то есть присутствуют в нескольких классификациях. И различные виды стекла имеют свои разные технические свойства, и не только технические, вообще свойства и характеристики. Некоторые из них вы видите на экране, а более подробно мы сейчас поговорим о различных видах свойств, качеств стекла. Итак, начинается все с механических свойств, и одно из самых главных – это плотность, то есть отношение массы тела к его объему, которое у стекла зависит от химического состава. Например, значительно повышают плотность оксиды тяжелых металлов, и в состав тяжелых, так называемых тяжелых стекол, их называют еще флинтами, входит много свинца, например, а в состав легких стекол, опять же, условное название такое, оксиды элементов с малым атомным весом, например, лития, бериллия, бора. Плотность технических стекол, например, в зависимости от того же химического состава, колеблется в пределах от 2200 до 6300 кг на метр кубический. Плотность стекла в некоторой степени зависит от температуры. С повышением температуры плотность стекла уменьшается и, соответственно, увеличивается удельный объем. Плотность отожженных стекол больше, чем закаленных, так как закаленное стекло имеет более рыхлую структуру из-за того, что при закалке в стекле как бы замораживается высокотемпературная структура. При отжиге же стекла структура уплотняется и, соответственно, изменяется плотность стекла. Второе важное качество – это прочность, то есть свойство материала, не разрушаясь, воспринимать те или иные воздействия. Нагрузки, например, температурные, магнитные, электрические воздействия, различные протекания, в том числе и неравномерные, физико-технических процессов и тому подобное. Прочность характеризуется пределом прочности, и в зависимости от разрушающих усилий она также бывает разной. Это может быть прочность на удар, на разрыв, на сжатие, на изгиб и на вдавливание. Одно из самых положительных качеств стекла то, что оно обладает сравнительно высокой прочностью на сжатие, но относительно низкой на удар, что не очень хорошо. Во многом прочность стекла зависит от состояния его поверхности, то есть наличия на поверхности стекла каких-либо повреждений, например, трещин или царапин, снижает прочность стекла практически, ну, в 5 раз точно. Поэтому, как бы мы ни говорили о высоких
прочностных качеств стекол, специальных даже, нужно их все-таки беречь от таких повреждений, как трещины и царапины. В меньшей степени прочность стекла зависит от химического состава, степени отжига, однородности, размера, состояния окружающей среды и температуры. Увеличение прочности при более высоких температурах связано с уменьшением поверхностного поглощения влаги и опасных перенапряжений у микротрещин. Это очень интересный момент. Еще одно качество, о котором я хотела бы сказать, это хрупкость. Хрупкостью обладают материалы, которые при небольшом превышении их прочности внезапно разрушаются. Хрупкость стекла определяется его прочностью на удар. И такая хрупкость называется ударной вязкостью. Как раз хрупкость стекла зависит от состояния поверхности, однородности, толщины и конфигурации изделия. И еще раз подчеркну, что разрушение стекла обычно начинается с поверхности вследствие образования и роста микротрещин, то есть даже малейшая трещина может привести к непоправимым результатам. Одно из самых важных качеств – это твердость, то есть способность материала оказывать сопротивление проникновению в него более твердого материала. Твердость стекла зависит от его химического состава напрямую. И наиболее твердыми являются кварцевые стекла, а также некоторые боросиликатные стекла. Наиболее мягкие – это многосвинцовые силикатные стекла. Повышенная твердость стекла, хоть и является, на первый взгляд, положительным качеством, но затрудняет его механическую обработку. Для того, чтобы обработать очень твердое стекло, в его состав вводят щелочные оксиды или оксиды свинца. Твердость стекла оценивают по его микротвердости, которая определяется на приборе путем вдавливания в стекло под нагрузкой алмазной пирамиды. Размер отпечатка пирамиды в стекле тем меньше, чем выше его твердость. Это достаточно известный способ и известный опыт, описанный во многих публикациях. Можно посмотреть различные результаты. И твердость различных материалов и стекол представлена на экране. Кроме механических свойств, стекло обладает тепловыми свойствами. И на экране вы видите коэффициент теплопроводности стекла, различных его модификаций и температурный коэффициент линейного расширения, а также удельную теплоемкость. Все это характеризует именно тепловые свойства стекла. Одна из самых главных проблем, помимо высокой теплопередачи стеклянных конструкций, это их высокая акустическая проводимость, так звукопроводность. И акустические свойства
стекла характеризуется именно этим. То есть стекло является хорошим звукопроводником. Для того, чтобы уменьшить эти свойства, необходимо дополнительная хорошая звукоизоляция стеклянной конструкции. Химические свойства, как мы видели, очень важны для оценки стеклянных изделий и для их, скажем так, работоспособности. И мало того, химический состав стекла влияет на его чувствительность, то есть чувствительность стекла к воздействию химических веществ. И химический состав листового стекла представлен на экране. Кроме химических веществ, стекло обладает некоторыми электрическими свойствами. И вследствие этих свойств некоторые специальные виды стекла используются как проводники, полупроводники в различных отраслях техники. И чуть подробнее мне бы хотелось остановиться на оптических свойствах стекла, поскольку среди всей многозадачности стеклянных конструкций задача освещения и задача, скажем так, обзора окружающего мира, то есть оптика, является одной из самых важных, если не краеугольной. К оптическим свойствам относятся несколько качеств, которые вытекают из способности стекла воспринимать, преломлять или рассеивать световые солнечные лучи. Падающий луч света образует углы с нормалью к поверхности раздела сред в точке падения. Если луч идет из воздуха в стекло, то угол падения больше, чем угол преломления, потому что в воздухе скорость распространения световых волн больше, чем в стекле. В данном случае угол падения у нас обозначен буквой И, а угол отражения, угол преломления буквой R. И преломление света является одним из важных оптических свойств стекла. Оно характеризуется относительным показателем преломления, то есть отношением скорости света в среде, из которой падает свет, на границу раздела, к скорости света во второй среде, то есть в стекле. И показатель преломления пропорционален плотности прозрачной среды, то есть чем больше плотность, тем выше значение показателя преломления. И так как плотность стекла выше, чем удельный вес входящих в него оксидов, то наибольшим показателем будут обладать стекла, которые содержат оксиды тяжелых элементов, соответственно, наименьшим показателем преломления те стекла, которые содержат оксиды легких элементов. Второе важное качество оптическое – это дисперсия, то есть зависимость показателя преломления от частоты света или длины волны. Для нормальной дисперсии характерно возрастание показателя преломления с увеличением частоты или с уменьшением длины волны. Вследствие преломления лучей с разной длиной волны пучок белого света, который проходит через стеклянную призму, разлагается на цветные лучи,
и образует на экране, установленном за призмой, радужную полосу, так называемый дисперсионный спектр. И это очень известный опыт из раздела физики, из школьного раздела физики. И на этом, кстати, опыте строится концепция колористики или цветоведения в искусстве, то есть и в дизайне, и в архитектуре. Таким образом, мы получаем солнечный спектр и знаем, как структурируются цвета в зависимости от длины волны. Что касается стекла, то оно, как и другие, любые другие материалы, его цвет зависит от поглощаемой части светового спектра. То есть если стекло отражает, ну, фигурально выражает голубые или синие лучи светового спектра, не вдаваясь в длину волны их, то оно будет иметь синий или голубой цвет. И если оно отражает красные лучи, то оно будет иметь красный оттенок. Таким образом, с помощью различной отражательной способности стекло, как и любой другой предмет, любой другой материал, имеет свой собственный цвет. И показатель преломления и дисперсии напрямую зависит от состава стекла. А показатель преломления еще зависит и от плотности. Чем выше плотность, тем выше показатель преломления. Об этом мы уже говорили. И важным также оптическим качеством является фактор отражения света и его рассеяния. Отражение света наблюдается при падении света на поверхность раздела двух оптически разнородных сред, в нашем случае, например, воздуха и стекла, и состоит в образовании отраженной волны. На этом качестве основано существование зеркального стекла, и отражение характеризуется коэффициентом отражения, который равен отношению отраженного светового потока к падающему. От поверхности обычного стекла отражается обычно около 4% света. Коэффициент отражения, надо заметить, возрастает с увеличением показателя преломления. Поэтому стекла, имеющие высокий показатель преломления, то есть высокую плотность, имеют повышенный коэффициент отражения. Но в наше время в стекольном производстве используется такое интересное качество стекла, как селективность. Оно используется в различных вариантах. И вот селективное отражение используется, если коэффициент отражения не одинаков для света с различной длиной волны. Именно селективным отражением объясняется окраска непрозрачных материалов. Ну и, кстати, окраска стекла также. Рассеяние света происходит при распространении световых волн в среде с беспорядочно расположенными неоднородностями и состоит в образовании вторичных волн, которые распространяются по всевозможным направлениям. То есть главное в рассеянии, создании рассеянного света – это неоднородная поверхность стекла. В обычном прозрачном стекле рассеяние света практически не происходит, и для достижения нужного эффекта нам необходима неровная поверхность матового стекла или включение в массу стекла различных неоднородных областей. То есть такое стекло выглядит матовым, полупрозрачным и распределяет свет более равномерно. Рассеивающими стеклами
широко пользуются при изготовлении, например, светотехнических изделий, абажуров, колпаков, плафонов и так далее. Ну и еще одним важным качеством, для стекла является пропускание и поглощение света. Которые также зависит от различных свойств стекла, от, допустим, нанесенных на него современных пленок или каких-то других способов. Обработки поверхности и так далее. В заключении о свойствах стекла хотелось бы добавить, что одним из важных свойств, которые относятся также к механическим свойствам, является определение, то есть одним из важных показателей для определения механических свойств является модуль упругости стекла, как и других материалов. И эту величину мы с вами будем рассматривать в дальнейшем, в серии вебинаров, когда будем рассчитывать различные конструкции, различные варианты решения тех или иных проблем стеклянного дела. И в заключении хочется краткий обзор дать инновационным видам стекла, которые в настоящее время существуют в качестве альтернативы, например, традиционным способом защиты от солнечных лучей. И по созданию так называемых умных систем в настоящее время активно ведутся различные исследования. Умные системы придают стеклу солнце и теплозащитные свойства. В нашем климате очень важно второе качество, и в летнее время также очень важно и первое. Такие системы, кроме того, устраняют блики и снижают расходы на отопление помещений, что очень важно. К сожалению, большинство таких систем сейчас еще находится в разработке, и о их широком применении говорить пока рано, но поскольку работы ведутся и опытные или лабораторные образцы, а также прототипы имеются, можно с оптимизмом смотреть на будущее этих вариантов стекла. Итак, к типам регулируемых систем относится, например, электрохромное стекло, в котором регулирование осуществляется посредством слабых электрических импульсов, которые влияют на светопропускание и теплопроводность, покрывающей стекло тонкой электропроводящей полимерной пленки. Переключение происходит в течение 10-15 минут. При этом сохраняется прозрачность стекла, но изменяется окраска бесцветного стекла до синей и наоборот. Кстати, на слайде вот как раз такая система оконная и показана. Второй вид – это газохромное стекло, которое можно применять для многокамерных стеклопакетов. Введение в пространство между стеклами газообразного водорода окрашивает покрытие из оксида вольфрама в синий цвет. И напротив, введение кислорода вызывает обесцвечивание покрытия. Светопропускание при этом изменяется в пределах от 65 до 10%, то есть достаточно высокие показатели. Фотохромное стекло. Переключение, оно
работает под действием солнечного света между полной прозрачностью и серо-коричневой окраской. То есть у него принцип тот же, что у электрохромного, только работает оно под действием солнечных лучей. Для него не обязательно и не нужно подключение к электричеству. К сожалению, сейчас еще не освоено производство фотохромных стекол большого формата. Изготовители тренируются на солнечных очках пока, но лиха беда начала. Я думаю, что все-таки мы дождемся внедрения такого стекла в большое производство. Фотоэлектрохромное стекло представляет собой комбинацию электрохромных покрытий с солнечным элементом и позволяет осуществлять переключение от прозрачного состояния до, опять же, синей окраски. К сожалению, в настоящее время есть только лабораторные образцы этого стекла. Термохромное стекло имеет покрытие из оксида ванадия с внутренней стороны стеклопакета и переключается оно под действием температуры. Окраски покрытия при этом не происходит, оно остается прозрачным, изменяется лишь пропускание в невидимом инфракрасном диапазоне. То есть это такое очень интересное стекло, которое пропускает тепло от лучей солнца при низких температурах и отражает его при высокой температуре. В нашем климате, в принципе, это очень долгожданная вещь. Термотропное стекло представляет собой изделие, на внутреннюю сторону которого в стеклопакете нанесено гелиевое покрытие, состоящее из двух веществ, которые в зависимости от температуры образуют прозрачный раствор или же разделяются с образованием мутной смеси. В однородном таком растворенном состоянии пленка абсолютно прозрачная. Это происходит при низкой температуре. А превышение температуры перехода из одного состояния в другое приводит к помутнению пленки, и поток энергии через такое стекло сокращается. Но минусом здесь является непрозрачность при помутненном стекле. При понижении температуры покрытие вновь становится прозрачным. Вот такой интересный процесс происходит. Одно из самых новых и ожидаемых стекол – это стекло с жидкокристаллическим покрытием с дисперсным полимером. Ограниченная светопроницаемость делает его достаточно интересным таким продуктом. И, в общем-то, он нацелен на то, чтобы быть покрытием, например, для использования внутри интерьеров. Ну, скажем, в качестве экранов. Для различных рекламных продуктов или видеоряда. Аналогично покрытию жидкокристаллическим с дисперсным полимером, покрытие со взвешенными частицами. Тоже достаточно современный материал, но в настоящее время существуют лишь его прототипы, пока нет широкого применения и нет широкого производства. И еще одним интересным видом стекла является стекло, переключаемое посредством водорода. У него очень сложная аббревиатура, мы ее сейчас приводить не будем. В частности, это зеркала с таким свойством. Это покрытие с переключаемым коэффициентом отражения между зеркалом и прозрачным стеклом. Тоже интересное будущее ждет, скорее всего,
этот вид стекла, но в настоящее время реализованы только лабораторные образцы. Итак, на сегодня наше занятие по материаловедению закончено. Начальная стадия изучения стекловедения нами завершена. Более подробно, более глубоко мы будем изучать различные темы на следующих вебинарах. А сейчас, если есть какие-то вопросы, можно задать в общем чате. Дмитрий задает очень интересный вопрос. Этот вопрос будет рассмотрен на вебинаре, который будет посвящен конкретно подобным видам стекла. Он у нас запланирован. И структуру этого стекла я вам там подробно изложу, потому что это действительно интересная тема. Я ваш вопрос услышала. У нас будет специальный вебинар по этой теме. Спасибо вам за внимательное присутствие. Очень рада была вас всех видеть. И жду вас на следующих вебинарах. Следующий вебинар у нас будет юбилейным. И на нем будет много интересных вещей, которые наверняка вас заинтересуют. Следите, пожалуйста, за рассылкой. Всего доброго. Спасибо. Удачи. До встречи.